Приветствую вас! И так уж получается, что когда рождается ребенок, то вся жизнь переворачивается с ног на голову. И начинаешь жить уже не столько для себя, а если честно, то вообще не для себя, а для ребенка. И ощущаешь себя как бы придатком этого ребенка, ощущаешь себя как бы его прислугой. И это наиболее гнетущее ощущение, наиболее гнетущее состояние, когда кажется, что все, что ты делаешь только для него, для ребенка, а на себя вообще не остается время. И можно понять, насколько приходится вам сейчас тяжело. Можно понять, насколько вы истощены морально, физически и так далее. И поэтому мне так важно разгрузить свои обязанности. Так важно переложить часть ответственности за уходом, за малышом, на ближайших родственников. Так важно, чтобы отец ребенка больше проводил с ним времени. Так важно, чтобы вы, даже находясь с ребенком, делали что-то для себя. Читали книгу, слушали аудиоверсию книги, слушали музыку и так далее. Чтобы вы как-то релаксировали. Обязательно нужно отдавать что-то еще и себе. В противном случае вы просто потеряете вкус жизни. И не менее важной проблемой является то, что роли, которые вы исполняете, роль друга, роль любимой женщины для супруга, роль там, еще какая-нибудь, например, деловая роль, социальная роль, все они отходят на второй план. Вы перестаете чувствовать себя сколь-нибудь значимым в жизни. И из-за этого возникают проблемы. Понятно, что все роли вам недоступны. Но нужно посмотреть на ситуацию так, чтобы подумать, что вы можете сделать уже сейчас. Как вы можете пожить и для ребенка, и для себя. Спокойно. Без негатива, постарайтесь использовать ситуацию себе во благо. Для этого необходима все-таки помощь родных, помощь близких и, как я уже говорю, переложение части ответственности по уходу за ребенком на них. Если есть проблемы с мужем, если есть проблемы с другими людьми из окружения, то эти проблемы также нужно решать. Решать постепенно, последовательно, но целеустремленно, жестко и упорно. Потому что ребенку нужна счастливая мама. Если у него не счастливая мама, то ребенок не будет счастливым. Об этом нужно всегда помнить. Я могу вам помочь, я могу постараться с вами поговорить, я могу постараться вам помочь, я могу постараться облегчить вам вашу жизнь. Если вы ко мне обратитесь, конечно. Ну, или почитаете профили других экспертов и доверитесь им. Решать вам в любом случае. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго.